На пешеходной дорожке трещины, опереться на перила нельзя. Состояние переправы через путепровод, соединяющий улицы Кирова и Локомотивную, уже давно вызывает недовольство жителей. Тем более, что по пешеходной дорожке проходит школьный маршрут. Именно пешеходная часть сегодня у людей вызывает, скажем, тревогу. Она находится реально в аварийном состоянии, это признают и специалисты. То, что перила, которые шатаются, очень опасно ходить, и появились большие трещины, разрушение идет. Вопрос ремонта обсуждается уже не один месяц. Важно отремонтировать тротуар до конца лета, чтобы организовать для школьников безопасный проход. Еще один вопрос от жителей – состояние ливневки на подходе к мосту. Из-за этой ливневки затопляет, там делает такие овраги, не пройти. Сосед есть 93 года, он ходит туда, ходит. Мы боимся ноги изломать или чего, ему 93 года. Здесь никому ничего не надо. По словам депутата, он будет добиваться от городской администрации ремонта пешеходной дороги и ливневой канализации. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.